Всем привет зрителям моего канала. Уважаемые друзья, сегодняшнее видео будет посвящено канарейкам, как ни странно. Вот, но это видео будет непростое. Если ранее мной снятые видео были такие, что они несли в себе какие-то знания, там кто-то подчеркнул для себя что-то полезное, что-то нужное, может, что-то бесполезное, просто посмотрели, то вот именно данное видео, оно будет необычное, это будет просто видеонаблюдение. Потому как я посадил две самочки, которые я приобрел в Кропоткине, две оранжевые, вы помните, я снимал их ранее, это две чубатые самки оранжевой расцветки и своих два самца кеннера, один желтый, другой, нет, один оранжевый, а другой такой ярко-желтый, ну, увидите на видео, и немножко у него рябь на спине. Ну, симпатичный кенарчонок, поет хорошо, активно поет. Вот, и, значит, я прошу вас посмотреть это видео, если вам будет интересно. Если вам не будет интересно, не смотрите, ждите следующее будет интереснее. Но моя задача такая. Что я хочу от этого видео, что я хочу от вас, как бы совместно, вот вы, я, видео. Пожалуйста, напишите в комментариях, нравится вам это видео, не нравится. Это как видеонаблюдение просто. Посадил я две пары, две самки для самца, в общем, как они себя повели. Ну, я ожидал то, что будет паровка, все это на видео зарегистрируется, вам покажу. Но там все было спокойно. То есть, когда я сразу посадил, один самец запел, самка стала в позу, так приподняв хвост, и самец быстренько ее покрыл. Ну и пока я ходил за видео, этим самым аппаратом пришел, а там уже спокойно, просто все сидят. Там пытались они строить домик. В общем, посмотрите, как говорится, зацените продукт и отпишитесь. Стоит такого рода видео выкладывать или надо, чтобы видео были более полезные. То есть там, как кормить, как поить, как купать и так далее и тому подобное. В общем, друзья мои, пожалуйста, жду от вас замечаний своего рода. Пишите, обсудим. Видео, я думаю, назову как наблюдение за канарейками, потому что, ну, другого названия в мою светлую голову не пришло. Все, значит, приятного вам просмотра и отпишемся, а потом все это дело обсудим. Приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья! Порую канареек. Вот сижу, затаился посмотреть, как они поруются и вообще, что происходит. Ну и зафиксирую интересные моменты, вам покажу. Значит, здесь вот в этой клеточке, в общем, желтые самцы, оранжевые самки. Вот так будет понятно. Самочка в правом, с правой стороны самочка, вот перед вами оранжевая, нашла какую-то ворсинку и пытается застелить гнездышко. Слева самочка проголодалась. Это самочки, купленные в Кропоткине. Самцы оба мои. Thank you.
Сейчас, думаю, немножко поснимаю, как они будут себя показывать, как они себя покажут. И поставлю туда вправо, там, видите, перегородки, стена рядом, будет укромное место, и пусть там сидят. Думаю, там нормально будет. Значит, на данном видео происходит знакомство, я их только посадил вместе. Самочек я вычислил, таким образом я на общее, там где общие содержались самки, в общем, в общей клетке, бросил несколько бумажек белого цвета. И вот эти самочки, самые первые, подхватили эту бумажку уже второй день, вчера они ее таскали, сегодня таскают. Ну, я решил с них начать сезон размножения, потому что, ну, не сегодня-завтра снесутся на пол. Лучше тогда пусть в гнездо снесутся, и может получится с них хорошие мамки, да будут птенчики. В общем, сейчас сижу, наблюдаю. Пока, как только посадил, клетка, которая слева, самец сразу запел, самка стала в позу, и самец ее покрыл. Пока я ходил за телефоном, чтобы снять видео, вот пришел, сейчас что-то тишина, все заняты своим делом. Ну, посмотрим, может получится еще заснять интересные кадры. Напомню, данный самец с самочкой сидят здесь, ну, буквально 5 минут как вместе. В принципе, спокойно не дерутся, как у меня есть видео, раньше снимал, там драка. Беспощадно били друг друга. Сейчас сразу одновременно пропели два самца, слева и справа, трель. Самки не отреагировали. Сейчас я брошу таких вот два листочка сюда. Таких вот две бумажечки положу. Посмотрим, что будет происходить.
Значит, вот посмотрите, я в клетку вставил тут ворса и немножко травы. Это предыдущие пары здесь стояли, они от ихних клеток нападали. Сейчас подальше отодвинемся вот так. Вот видите, самка справа заинтересовалась. Вот, пожалуйста, стройматериал в клюве. А слева заинтересовался самец. Видите, желтый. Желтые самцы, оранжевые самки. Слева самец по возрасту ему примерно 3-4 года. А он, видите, активно начал. Тоже берет в клюв стройматериал, таскает, ухаживает за самочкой. А справа в клетке этому самцу 1,5 года. Нет, он вылупился весной 2019, а сейчас уже 2020 завершается. Это, ну, ему 2 года почти, да? Особо он не ухаживает, не таскает свой материал. Только напивает, сидит. Ну, еще немножко понаблюдаем, посмотрим, получится, не получится. Я хочу заснять именно, как они паровку, саму паровку хочу заснять. Интересно. Уважаемые зрители моего канала, я думаю, что если сегодня не удастся заснять паровку, ну хотя бы послушаем песню. Так сказать, насладимся пением Кеннера. В идеале было бы посмотреть паровку, конечно, но я тут сижу в ожидании. Дорогие друзья,
Ну, я думаю, на сегодня наше видеонаблюдение будет подходить к концу. Я поставлю клетки в сторону, в укромный угол. Ну и сам удалюсь вообще с помещения, не буду смущать птиц, не буду отвлекать их. Так что продолжение будет, продолжение следует, как говорится. Буду видео снимать и вам делиться с вами впечатлениями, новостями, что будет происходить. Так что оставайтесь на моем канале и до скорой встречи.